Вітаю. Тема сьогоднішньої прес-конференції: наскільки подорожчає продовольчий кошик у новорічні свята. І сьогодні у нас в гостях Сергій Чемшит, професор кафедри фінансів та економічної безпеки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені Лазаряна. Пане Сергій, розкажіть, будь ласка, що відбудеться з цінами на продукти у найближчі дні? Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, мне хотелось бы коснуться такого вопроса, как, в принципе, что такое инфляция, что такое, в принципе, рост цен, и как это все измеряется. Потому что очень часто бывает такая ситуация, когда нам Министерство статистики показывает одни цифры, а мы с вами чувствуем, что, ну, конкретно по каждому гражданину Украины это бьет намного сильнее, чем это показывает нам цифры. Так вот, что такое инфляция? Инфляция – это повышение среднего уровня цен в экономике по сравнению с каким-то определенным периодом. Каждый месяц Министерство статистики считает этот показатель. На слайде вот как раз представлены показатели инфляции за последние 18 лет помесячно. Дело в том, что этот индекс инфляции, он включает в себя очень большое количество показателей. Ну, в частности, я вот сейчас покажу. Здесь представлены непосредственно потребительские товары. В данном случае это продукты питания. Но кроме продуктов питания, сюда входит еще большое количество всевозможных товаров и услуг. Ну вот дальше, пожалуйста, можем обратить внимание, что и охрана здоровья сюда входит, да, и бытовая химия, жилищно-коммунальные услуги. Но я вам скажу, что это еще тоже не все показатели. Еще существует определенное количество товаров и услуг, которые тоже учитываются при расчете индекса потребительских цен. Так вот, очень важный момент. Существует определенная методика, существует определенная статистика, согласно которой Министерство финансов, согласно которой комитет статистики рассчитывает эти цифры. И один из важных компонентов в этом всем составляющем – это так называемая потребительская корзина. То есть, насколько тот или иной товар, та или иная услуга влияет на общий рост цен. Ну, например, я, например, не потребляю, в принципе, алкоголь и табак. Поэтому любая цена алкоголя и табака, любой рост этого показателя, например, на моей потребительской корзине никак не скажется. Вот. Если кто-то потребляет, соответственно, изменение цены повлияет на все это дело. Все зависит от того, например, сколько вы едите хлеба, сколько вы едите мяса, сколько вы едите молока. Если вы, допустим, вегетарианец, и вы не потребляете мясо, вы не потребляете, допустим, молочные продукты, то их рост на вашем благосостоянии, на вашей корзине, естественно, точно так же никак не скажется практически. Вот. Если в вашей потребительской корзине, например, хлеб, а это прежде всего касается бедных слоев населения, занимает достаточно значительную долю, то любое изменение цены на хлеб, я недаром коснулся хлеба, потому что это один из лидеров роста по ценам, дальше посмотрим, за последние 3 года, пожалуй. Так вот, любое изменение цены на хлеб, естественно, серьезно отразится на вас. Но вот этот индекс инфляции государство считает у нас с вами усредненный. Это как средняя температура по больнице. Все прекрасно понимают, что это такое. На чем хотелось бы акцентировать ваше внимание? Дело в том, что в экономике существуют определенные зависимости. И эти зависимости мы с вами никак не сможем обойти. И эти же зависимости нам с вами позволяют в определенной мере прогнозировать, а что же будет дальше. Ну вот давайте обратим внимание. Еще буквально позавчера не было этой цифры, и я хотел говорить о том, что на ноябрь месяц я бы прогнозировал, наверное, рост цен примерно на 1,5%, но вот сегодня утром я зашел на сайт комитета статистики и увидел уже цифру за ноябрь 1,4%. Если вы посмотрите ноябрь любого года, вы увидите, что происходит рост цен. Точно так же, забегая вперед, сразу хочу сказать, что если вы внимательно посмотрите на цифры декабря,
то даже в те годы, когда у нас была минимальная инфляция, это у нас с вами был 2010 год, да, или даже дефляция 2012 года, все равно в декабре месяце был рост цен. Рост цен в своей совокупности и рост цен конкретно на продукты питания в частности. С чем это связано? Для этого мы с вами должны понимать, ну, во-первых, давайте сразу оговоримся. Рост цен 12-13%, там 10%, это вообще много или это мало? Это сколько? Я хочу вам показать данные по Евросоюзу и США. Индекс цен в этих странах, обратите внимание. 2,5-2%. Это в год. У нас есть месяца, когда цены растут в месяц так. В развитых странах такая инфляция в год бывает, и то далеко не всегда. Поэтому такие росты цены, они достаточно, ну, для развитой экономики не характерны. К сожалению, у нас очень высокие показатели инфляции, очень высокие показатели роста, в частности, продуктов питания. Каковы у нас с вами будут основные факторы, которые будут определять рост цен, ну, в декабре месяце и, наверное, в будущем тоже. Мы же с вами, наверное, будем говорить и на следующий год. Ну, прежде всего, как мы с вами видим, это курс валют. 50% товаров, которые продаются, покупаются в Украине, больше 50%. Это импорт. В продуктах питания такая ситуация не характерна. В продуктах питания все-таки основная масса товаров и услуг у нас с вами это отечественного производства. Но дело в том, что Украина является открытой экономикой. И все внешние тенденции, все внешние влияния мы на себе точно так же чувствуем. Поэтому изменение курса доллара, изменение курса евро, а он потихонечку будет расти, будет отражаться, конечно же, и на наших внутренних ценах. Может быть, не сразу, может быть, со временем, но будет отражаться. Дальше. Котировки товаров или сырья на биржах. Сюда относятся такие товары, например, как нефть, пшеница, ну, железная руда здесь в качестве примера просто приведена. В частности, забегая вперед, хочу вам сказать, что за последние два года, два с половиной, наверное, года, на мировых биржах происходит рост цен на пшеницу. Именно поэтому происходит рост цен на пшеницу у нас внутри Украины. И именно поэтому у нас с вами хлебобулочные изделия, дальше я покажу эти цифры, являются, пожалуй, одними из лидерами в плане роста цен. То есть это и макаронные изделия, это все выпечки, это хлеб, это, соответственно, там батоны и так дальше. Все, что так или иначе связано с мукой. Украина здесь, ну, ничего не можем сделать. Мы являемся элементом открытого рынка. И у агрария всегда есть возможность либо продать свою пшеницу на экспорт, либо продать ее где-то у нас внутри страны. Если вы прекрасно понимаете, что если на экспорте цена растет, а у нас она не растет, то, естественно, у него будет соблазн продать это на экспорт в большинстве своем. В таком случае у нас возникнет дефицит пшеницы и автоматически произойдет рост цены. Дальше, праздники. Да, праздники это один из очень важных факторов, которые влияют на изменение цен. Почему? Один мой знакомый, который занимается производством колбасных мясных изделий, он сказал, что ты знаешь, в принципе мой цех может работать один месяц в году. Две недели до Нового года и две недели до Пасхи. Все. В этот месяц, вот эти две недели там, я работаю в три смены, у меня такие объемы производства, у меня забирают все. Дело в том, что вроде казалось бы, да, при повышенном спросе, при повышенной конкуренции цена должна снижаться. Но как это происходит на самом деле? У человека предпраздничное настроение. Он идет в магазин и покупает, ему сейчас не до того, чтобы, наверное, купить подешевле. Мы особо не обращаем внимания на то, что, например, цена была, допустим, 30 гривен 56 копеек. Вы пришли в магазин покупать, а цена 30 гривен 86 копеек. Вы, наверное, эти 30 копеек на них внимания не обратите. А 30 копеек, на секундочку, это 1%.
То есть магазин или какая-то торговая точка уже на 1% подняла цену свою. И вы этого не заметили. Почему поднимается? Потому что идет массовая скупка товаров. Ну, посмотрите, что творится, например, начиная там, с 25 декабря, там, вплоть до 31, наверное, декабря, что происходит в супермаркетах. Какой поток людей, и никто, по сути дела, не обращает внимания на цены. Под этот шумок, естественно, если есть возможность нормально заработать, так почему бы не заработать? Под этот шумок, естественно, торговцы поднимают цены. Это естественная реакция. И потребитель покупает, потому что праздничное настроение ему сейчас не до этого. Следующий фактор – это индекс реальной заработной платы. Что такое индекс реальной заработной платы? Это когда ваша заработная плата растет более высокими темпами, чем растет инфляция. Если бы инфляция в стране составляла, например, 10%, а ваша зарплата выросла на 20%, то вы бы, наверное, это и не заметили. Вот. Но поскольку реально, индекс реальной заработной платы, сейчас я покажу эти данные, индекс реальной заработной платы у нас все-таки меньше 100%, то есть покупательная способность населения падает. Вот, пожалуйста. В этом году у нас с вами 97, еще пока что целых 80%. То есть у нас с вами реальная заработная плата, покупательная способность наша с вами не растет, она падает. Вот. С одной стороны, когда все-таки продавцы товаров и услуг видят, что ну нет денег у населения, ну нет, ну что ты можешь сделать? Соответственно, они цены придерживают. Может быть где-то в ущерб себе, жертвуя определенной частью прибыли, но реально нет. Но когда реальная заработная плата начинает расти, обратите внимание, как это произошло в 2017, например, году, да, больше 100%, соответственно, и есть соблазн повысить цены. Но тут происходит очень интересный момент. Обратите внимание, что происходит в декабре с индексом реальной заработной платы. Он всегда больше 100% и очень больше 100%, если так можно выразиться. Да? Почему это происходит? Потому что под Новый год, по окончании года, многие фирмы, в том числе и государственные учреждения, что делают? Выплачивают премии. Да? И, естественно, те, кто продают товары, естественно, это все знают и все это прекрасно понимают. Соответственно, тоже этим моментом пользуются. Денежки есть, почему бы и нет. Возвращаясь к факторам, которые еще осталось, на которые еще осталось обратить внимание. Налоги. Есть косвенные налоги, которые закладываются в цену. Ну, в частности, это акцизы. Прежде всего, от этого страдают, естественно, такие продукты, ну, не продукты питания, наверное, но то, чем мы с вами активно пользуемся, алкоголь и табак. Ну и бензин в том числе. Собственно говоря, все вы знаете, что сейчас происходило во Франции, да, и, наверное, еще происходит. А с чего все началось? А с того, что правительство Франции решило поднять косвенные налоги, в частности, на бензин. Соответственно, цена возрастает автоматически, ну и, соответственно, покупательная способность населения в этом плане падает. Кроме того, что у нас еще есть? Урожай, не урожай. Ну, помните, наверное, да, несколько лет назад эту эпопею с гречкой. Что было? А просто в какой-то момент аграрии решили, что гречку им производить невыгодно, и они ее просто не посеяли. У нас ее просто не было. Цена взвинтилась тогда, ну просто до невероятных масштабов. Это она, цена составляла так на скидку, по-моему, доллара 4 за килограмм в розницу. Что произошло на следующий год? На следующий год все почему-то решили, что будет точно так же, и все массово засадили гречкой. Что в итоге произошло? Цена опять упала. Что через год? Через год опять решили, что это невыгодно и так дальше. Когда у нас была централизована плановая экономика, не самый лучший, конечно, вариант развития экономики, но тем не менее, был какой-то план. Каждому колхозу, каждому, ну, скажем так, аграрному предприятию четко устанавливался план, что вы должны посадить того-то, того-то, того-то. Сейчас аграрии определяют сами. И в связи с этим возникает, очень часто на рынке возникает определенный дисбаланс
по тем или иным товарам, которые производят аграрии. Прежде всего это связано с растениеводством. Ну и последний такой серьезный фактор – это сезон. Что сюда относится? Прежде всего молоко, фрукты, овощи. Если проследить динамику цен по этим показателям, то мы с вами увидим, что все-таки к зиме овощи, естественно, дорожают и фрукты дорожают. Почему? Потому что их хранение теперь уже стоит определенных денег. Естественно, это все закладывается в себестоимость. Естественно, что цена возрастает. Яйца в том числе, молоко. Почему? Ну, потому что куры начинают меньше нестись, потому что коровы все-таки начинают давать меньше молока, потому что они переходят на другие корма. Ну и, соответственно, в связи с этим происходит уменьшение объемов производства. Если вы обратите внимание, то всегда в осенний, зимний, весенний период всегда происходит рост цен на эти продукты. Если мы говорим о январе, если мы говорим о декабре оставшемся, то мы с вами четко можем прогнозировать, что будет потихонечку происходить. Я хочу показать вам, скажем так, чемпионов в кавычках роста. В 2017 году у нас чемпионами роста были, обратите внимание, фрукты, мясо и хлеб. Чемпионы уже этого года, опять же, хлеб, макаронные изделия, мясо, опять же таки, и рыба. Почему мясо? Ну, потому что мы все прекрасно с вами понимаем, что корма, которые используются при выращивании птицы, при выращивании свинины, при выращивании крупного рогатого скота, естественно, в основном это зерновые культуры, во многом комбикорма. Соответственно, рост цен на пшеницу. Соответственно, ну вот обратите внимание, как растет на мировом рынке. Я специально с одного сайта снял принтскрин, чтобы посмотреть, как растет цена на пшеницу. Обратите внимание, что она выросла с, ну, насколько здесь у нас получается, процентов на 40, наверное, да? Вот. А вот цены. Одну секундочку, сейчас вернемся. Так, на секунду. Вот обратите внимание, как растут те или иные цены. Я специально помесячно взял в 2018 году. Ну вот, мясопродукты уже добавили 9%, хлеб уже добавил 15%, макаронные изделия уже добавили 10%. Индекс инфляции у нас, напомню, 9%. То есть эти продукты питания растут более высокими темпами, чем средний индекс инфляции. И если они в потребительской корзине вашей занимают достаточно весомую долю, то, естественно, вы почувствуете намного большее влияние роста этих цен. Дело в том, что методика, которую использует комитет статистики, она не меняется. И ну, что у вас потребление продуктов питания в Европе, среднестатистический человек на продукты питания тратит, ну, условно говоря, 25%. Последние цифры, которые я смотрел, это порядка 60% у нас в Украине. Все остальное, соответственно, все остальное, там, да, алкоголь в том числе, там, табак, бензин, всевозможные услуги, там, связи и так дальше, все это составляет 40%. Поэтому вот эти вот пропорции, согласно нашей системе учета, они не меняются. Поэтому вам кажется, что цена там, на продукты питания выросла там на 20%, оно действительно может вырасти на 20%. А индекс инфляции нам сами показывают, к примеру, 10% и рапортуют о том, что у нас, в общем-то, не такая достаточно высокая инфляция. Вот вкратце, в принципе, то, что хотелось рассказать. Но теперь как резюме. Да, если мы посмотрим, опять же, ту статистику, которую я показывал, то у нас происходит, как правило, такая зависимость. Декабрь, ноябрь и январь – это пик роста цен. С чем это связано? В том числе
с курсом валюты, потому что декабрь-январь приходится пик курсового роста, пик дефицита на валюту, она растет, соответственно, цены растут. Зима, опять же таки, со всеми вытекающими последствиями. Дальше примерно до мая месяца цены растут, ну, незначительно, они могут там по 0,5% добавлять. В летние периоды месяца средневзвешенные, опять же таки, цены либо стабилизируются, не растут, либо немножечко снижаются, опять же, за счет овощей, за счет фруктов, за счет молочных изделий, за счет яиц. А с осени опять начинается примерно та же самая тенденция. То есть где-то сентябрь, октябрь цены растут незначительно, там 0,5% может быть. И ноябрь, декабрь мы опять приходим к тому, что опять цены начинают подрастать. Это такая зависимость, которую вы сами можете проследить только на основании той статистики, которая есть. Дякую велике. Можна уточнення, наскільки процентів здорожчає хліб наступного року, ну, в перші місяці наступного року? В перші місяці наступного року, наскільки може подорожати хліб? Я думаю, що на даному етапі він поки, мабуть, дорожати вже не буде. Тобто свій потенціал росту він вже вибрав на ближайші два місяці. С учетом того, что биржевые цены на пшеницу, скорее всего, что в ближайшее время тоже пока расти не будут, связано с определенными причинами. Вот я думаю, что в ближайшие там месяца два, наверное, три цены на хлебобулочные изделия вряд ли будут расти. Но если это не будет вызвано только какими-то, может быть, экстраординарными событиями или тем, что просто какие-то торговые точки захотят дополнительно заработать на повышенном спросе. Мы уже с вами видим и так, что у нас хлебобулочные изделия уже выросли большими темпами, да, 16%, почти в два раза, чем средний индекс инфляции. То есть свой потенциал инфляционный хлебобулочные изделия уже выбрали так, на данном этапе. Так, какие продукты продовольчі здорожчають в перші місяці наступного року? Здесь все тоже достаточно просто. Дело в том, что с течением времени в экономике складывается определенный такой паритет. Да, то есть между ценами на различные продукты. И вот этот паритет, если он в одни промежутки времени нарушается, то, соответственно, в другие промежутки времени он восстанавливается. То есть те цены, которые в прошлом году, например, сильно отставали по отношению к основным в своем развитии, те цены потом будут подтягиваться. Очень серьезно. То есть продукты, которые я вам назвал, они, наверное, свой пока, по крайней мере, инфляционный потенциал вычерпали, а, соответственно, те продукты, которые я не назвал, они, соответственно, будут подтягиваться. Поэтому, ну вот обратите внимание, сахар у нас 93,2%, фрукты, да, 87,5%, яйца 92% пока что. Вот. Ну, вот эти продукты, которые, скорее всего, что у нас с вами будут подтягиваться. Овощи, опять же, практически 100%, то есть там 0,5% за год мы имеем там 0,5% рост. Поэтому вот эти продукты, скорее всего, что у нас будут подтягиваться по цене, и в ближайшее время можно ожидать, наверное, от них рост. Дякую велике. И у нас лише одне запитання, бо маємо мало часу, будь ласка, є запитання? Якщо нема запитань, то дякую вам і дякую колегам. До наступних зустрічей. Спасибо большое за внимание.